Всем привет! Мы находимся на новогоднем концерте, и с вами Надежда Очаковская. Но новогоднее настроение-то есть хоть? Нет, я весь в работе, абсолютно, вообще, везде. Я Дед Мороз буду завтра на двух концертах, послезавтра на двух концертах. И в течение следующей недели буду Дед Мороз везде, и на выездных тоже. Так что у меня новогодним настроением, конечно, везде пахнет, но я его не ощущаю на себе. Как тебе новогодний концерт? Не дурно. Не густо. Подарки приготовил? Как сказать, для своей девушки уже все подарено, а для семьи, готовлю. Хорошо. Сессию закрыл? Очень интересный вопрос. Она только начнется. Понятно. Новогоднее настроение есть? Если бы вплотную до 31-го не учились, то оно было бы, конечно же, чуть-чуть лучше. В целом неплохо так есть. Сойдет. Как тебе елка посередине сцены? Очень мешает. Сдвигаемся. Сессию закрыли? Нет, потому что настоящие люди, они никогда не закрывают сессию, да. Эта сессия закрывает их. Хорошо. Как вам год обезьяны? Год обезьяны? Нормально, там Паша техник. Да, Паша техник. Вы должны знать такого персонажа. Маски. Это я. Году петуха готовы? Нет, мы не готовы. Году петуха мы никогда не готовы. Какие у тебя планы на Новый год? На Новый год я планирую поехать домой, встретить его с родными и близкими. А в детстве под елочку подкладывали подарки? Мы с сестренкой постоянно заглядывали под елочку, искали подарочки. Каждый день были какие-то вкусные сладости, мандаринчики. А Дед Мороза верила или ты знала, что родители это делают? Я верила, до последнего верила. Хотя меня убеждали, что его не существует, я все равно говорила, нет, он существует. Все равно я верила. Почему перестала верить? Не знаю, взрослая, наверное, стала. Пожелай что-нибудь студентам в будущем учебном году. Хочется пожелать побольше хороших моментов вообще в следующем году, побольше хороших оценок, что ли, хорошо сдать экзамены и все. В ГАГУ поступишь? Не знаю, возможно. Терпение, избавиться от лени. Потому что это очень мешает, серьезно, везде, и в учебе, и в работе, и везде, по себе знаю. Перво-наперво. Сдали сессию, отлично. Хотя бы просто бы ее сдали. Второе, чтобы никто не болел. Новый год хорошо отметил. Не болели с похмелья. Это не вырезать. Третье, пусть у вас все хорошо будет. Пожелай что-нибудь преподавателям в новом году. Дорогие преподаватели, в новом году я вам желаю терпения, крепкого здоровья, чтобы студенты вас побольше радовали. Одним преподавателем мы бы пожелали поставить экзамен, мне зачет, и по всем преподавателям, чтобы все нормально было, и диплом. Дайте, пожалуйста, диплом. Одним просьба, просто уйдите. Уйдите. Уходящий 2016 год принес нам очень много радостных моментов, но мы верим, что 2017 год будет не хуже, а даже лучше. Хотелось бы выразить благодарность в первую очередь нам. Да, вам за тоже. То, что мы вам дали интервью, мы пришли. Мы подарили вам свет и счастье в ваш дом. Вы герои, спасибо. Мы легенды.
не буду ей пожаловаться. Согласна. Только что Ирина Сергеевна сказала, что мы Святая Троица. Кто вам сказал на лично? Понимаешь? Святая Троица во имя. Во имя Эрика, Сергия и Святого Кучая. Аминь. Аминь.